54 участника из 23 компаний. Традиционный чемпионат операторов техники «Кубок Четра Про» состоялся в Чебоксарах. Каждый раз организаторы придумывают оригинальные задания для водителей многотонных гусеничных машин. В этот раз им нужно было отправиться на тихую охоту за грибами и ягодами. Собрать их при помощи отвалов и рыхлителей, да еще и на скорость. Как это получалось у мастеров-бульдозеристов и кто лучше всех справился со сложнейшими конкурсами, расскажет Наталья Егорова. Возможности техники зрители увидели сразу. Многотонные бульдозеры практически вальсировали, открывая финал чемпионата. Чемпионат имеет статус международного. В этом году к клубу спортсменов-бульдозеристов присоединились представители белорусской компании. Соревновались участники на двух моделях техники «Четра» – легкого и тяжелого классов – Т-11 и Т-25. Как оказалось, эти гиганты способны бережно обращаться даже с самыми небольшими по сравнению с их размерами предметами. Все благодаря модернизированному отвалу и управлению джойстиками. Мы представляем большие желтые машины, которые добывают полезные ископаемые, строят дороги. Порядка в 30 странах. И доказательств тому мы видим 25-ю машину Т-25. Это машины созданы специально для Индонезии. Клюковки – красные мячи, мухоморы – футбольные. Собрать все в лукошко, да еще и финишировать раньше соперников. Конечно, легкость кажущаяся. Все зависит от маневренности бульдозера и мастерства оператора. Здесь нужны предельная концентрация внимания и спокойствия. На это оказались способны не все. До финальных состязаний дошли 4 команды. Конечно, операторы бульдозеров у себя в компаниях имеют дело с большими объемами – грунта, горных пород, угля. И такая филигранность в будни не требуется, но соревнования – дело другое. Такой филигранности у нас нету. У нас грубо, только вперед-назад пихаем. Испытать эмоции, драйв, адреналинчику схватить. В финале Кубка Четра Про сразились две команды – «Северсталь» и «Артель старателей Нейва». Больше повезло вологодским парням. Результат победителей – 7 минут 50 секунд. Ценные подарки увезут с собой все призеры соревнований. А предприятия, которые они представляют, получат еще и сертификаты на установку дополнительного оборудования на бульдозеры. Наталья Егорова, Дмитрий Макаров, «Вести Чувашия».